Друзья, это самая технологичная электрическая зубная щетка, которую я когда-либо видела. Oclean X-Pro Elite. Зубы чистят все, поэтому я думаю, что этот ролик будет полезен каждому, тем более, что у меня в качестве сравнения есть парочка конкурентов. Ну и, конечно же, проведем ряд тестов. Меня зовут Алена Русь, погнали! Сама щетка выглядит минималистично, на ней нет ничего лишнего. Обтекаемая и компактная форма. Даже хромированные вставки снизу на клавиши и в месте крепления насадки не выбиваются из современного дизайна. Еще и цвет серый, причем рукоять матовая и слегка шероховатая, чтобы не выскользнула из мокрых рук. А вот насадка глянцевая, гладкая, с защитной крышкой. Щетинки мягкие, нейлоновые, сделаны по технологии DuPont, а значит, они долговечнее обычных и меньше пушатся. Щетина особой формы, как бы в 3D, что помогает справляться с чисткой зубов куда лучше обычных. Есть силиконовая вставка для чистки языка. В комплекте с щеткой идут подставка с беспроводной зарядкой и отдельное магнитное настенное крепление. И да, друзья, вы не ослышались, у этой зубной щетки есть беспроводная зарядка, поэтому заряжать ее можно не только от блока из комплекта, но и от любой другой беспроводной станции. Комплектная зарядка похожа на подстаканник, такой подстаканник для щетки. С ним подзаряжаться, конечно, гораздо удобнее, щетка попросту не падает. Кстати, она может работать 25 дней от аккумулятора в зависимости от режима, а заряжается примерно за 3,5 часа. Казалось бы, долго, да? Но опять же, если взглянуть на конкурентов, то там щетки могут стоять на зарядке по 12, а то и по 16 часов для того, чтобы набрать мощности всего на 2 недели работы. Комплектное крепление тоже классное. Щетка фиксируется за счет магнитов и удобно, и выглядит красиво. Сложно, конечно, не заметить вот эту черную продолговатую вставку в самом центре. Это OLED-дисплей с сенсорной панелью и единственной механической кнопкой снизу. Кстати, степень защиты от воды IPX7. Это значит, что щетку можно легко мыть под струей воды или даже опускать в воду полностью. Но это не отменяет того, что насадку все-таки придется менять, как доктор учил один раз в 2-3 месяца. Будьте любезны. Экран отзывчивый, яркий, управлять щеткой с его помощью легко и понятно. Тут можно поменять режимы чистки, ее интенсивность, время и на нем же увидеть результаты. Конкуренты, как правило, это делать не умеют, они чаще всего данные загружают в приложение, с которым работать, к сожалению, не всегда удобно. Да, у этой зубной щетки тоже есть свой софт, но мне кажется, с дисплеем куда нагляднее. Кстати, щетка реагирует на силу давления, распознает покрытые зоны, фиксирует размах и даже крутящий момент. Как только вы активируете дисплей щетки, у вас будет указан выбранный режим, интенсивность, а также оставшийся заряд батареи. Ну а далее свайпом сверху вниз или снизу вверх вы как раз таки переходите к разделам, о которых я говорила ранее. Механической кнопкой делается выбор, а свайпом меняется значение. Я уже сказала про распознавание силы давления, но стоит пояснить. Зубная щетка от Oclean не просто распознает это, но и снижает частоту вибрации при обнаружении избыточного давления для защиты зубов и десен. То есть эта щетка сама понимает, что-то не так, давайте-ка сбавим обороты. Другие щетки, в том числе конкуренты, которых я сегодня приготовила, а они на минуточку не из дешевых, умеют только определять силу давления, но не регулировать ее. Они просто показывают красный индикатор. У этой зубной щетки может быть множество режимов работы, не 4 и даже не 6. 20 с плюсом режимов можно активировать в приложении, настроить больше 100 планов для индивидуальной чистки зубов. Кстати, для таких, как я, есть даже чистка зубов с брекетами. Столько режимов работы, друзья, я не видела ни у кого. Ну а если не хотите залезать в приложение, то прямо на щетке можно выбрать один из 4 вшитых режимов. Более того, щетка понимает, какие зубы вы забыли почистить или пропустили, и показывает вам слепые зоны как в приложении, так и на экране. Все данные о щетке, очистках и прочую информацию собирает фирменное приложение Oclean. Его можно установить и на Android, и на iOS. Там формируется статистика по каждой процедуре. Кстати, если с чем-то не справились, то в приложении можно найти инструкцию с картинками. Но с этой щеткой никаких проблем, все интуитивно понятно. Теперь переходим к самому интересному тесту. Одна из главных особенностей этой щетки – то, что она тихая. Посмотрим. У меня на этот случай специально заготовлены щетки конкурентов и скачан шумометр.
Вы сами все видели, громче всех работает зубная щетка от Oral-B, действительно, как будто газонокосилка работает, причем независимо от выбранного режима. Чуть тише работает Oral-B, опять же, режимы меняла. Ну и самая тихая щетка от O'Clean, причем я выставила максимальную интенсивность. Мотор в щетке самый главный источник шума. К нему добавляется еще и звук различных элементов щетки, которые в процессе работы могут поскрипывать. Но в щетках O'Clean ультразвуковое активное шумоподавление Whisper Clean. Именно поэтому она такая тихая, в чем мы с вами прямо сейчас и убедились. Кстати, раньше я пользовалась только обычными зубными щетками, как раз таки потому, что электрические шумят просто как бензопилы. И меня этот звук очень сильно раздражал, особенно когда идешь чистить зубы с утра. А у этой щетки знак Quiet обоснованно и заслуженно. Шум этой щетки больше похож на шепот, который еле-еле слышно. Ну и последний критерий, но, пожалуй, один из самых главных, это стоимость. Актуальную цену на эту зубную щетку можете найти по ссылке в описании к этому видео. Я же могу уже сейчас сказать, что фундаментально эта цена не изменится, и она в 3, а то и в 4 раза дешевле, чем те же конкуренты, которых я вам сегодня показывала, Philips и Oral-B. Ну а объективно я считаю, что эта щетка идеальная, просто лучшее предложение сейчас на рынке среди электрических зубных щеток. Напомню, что сегодня на обзоре у меня был O'Clean X-Pro Elite, ссылочку на нее вы также можете найти в описании. Ну а если вы со мной по каким-то причинам не согласны, добро пожаловать в комментарии, давайте вступать в батл. Ну а я пока пойду готовить для вас новый контент. С вами была Алена Русь, еще увидимся, пока!